людям потрібно і відпочивати, людям потрібно і поїсти, людям потрібно якісь комфортні умови для цього обладнати. Ось ми закінчили цей соціальний проєкт, ремонт будівлі і ремонт обладнання столової номер 1 для того, щоб люди дійсно мали змогу прийти сюди і поспілкуватися, і попоїсти, і взяти якісь, так сказати, вкусняшки додому для своїх дітей, рідних. Ремонт цієї столової в домівному цехі номер 1 виконували работники Steel Service. Для нас это была работа впервые и новая. То есть это второй объект, который мы таким образом выполнили, то есть подошли комплексно к ремонту, а не точечно. То есть мы выполнили все, практически все под ключ. Наши люди ежедневно осваивают новые виды работ, новые направления. Мы пытаемся охватить максимально все работы, которые у нас сейчас делаются на предприятии. Я хотел бы еще раз подчеркнуть эти фотографии, что мы можем здесь увидеть. Они показывают такую жизненную историю. Мы можем найти лица наших дедушек, наших предков, людей, которые еще на пенсии, которые живут. Это приятно, что история, а это важно, потому что в этом году будет 90 лет нашей компании, то это приятно показать такие фотографии. Довольно часто ходили сюда, можно сказать, постоянно, то интерьер изменился очень кардинально, очень все нравится. Сейчас попробуем, как здесь, посмотрим. Но мое мнение, что даже приятно заходить. Заходишь и просто приятно, это уже поднимает настроение, это уже есть и хочется. Мое мнение такое.